При поддержке отдела культуры и развития языков семей в централизованной библиотечной системе города проведен конкурс на тему разных национальностей высших учебных заведений и колледжей, владеющие государственным языком. Ежегодный конкурс, посвященный различным темам, в этом году был приурочен к 130-летию Ильяса Жансугурова. Жюри обратило внимание на чистоту языка и умение раскрыть заданную тему. Конкурс «Государственный язык. Символ независимости» проводится у нас ежегодно в рамках концепции государственной языковой политики Республики Казахстан. Он организован с целью поощрения и популяризации молодежи других этносов, владеющих казахским языком. В этом году конкурс приурочен к 130-летию казахского поэта Ильяса Жансугурова. Одна из участниц конкурса – Ульяна Абашева. Казахский язык и традиции она освоила в детстве. После поступления повысила уровень казахской речи через специальные кружки. Сегодня я пришла принять участие в конкурсе «Государственный язык. Символ независимости». Я считаю, что знание государственного языка – это долг гражданина Республики Казахстан. Казахский язык я знаю с детства. Я была маленькая, меня отдали в детский сад в казахскую группу. И там я быстро освоила государственный язык. С момента поступления на первый курс в педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова я посещала кружок казахского языка и углубленно его изучала. Педагоги играют важную роль в привитии знаний и совершенствовании владения государственным языком у студентов. Адина Мусанова, учитель Ульяны, она считает, что знание и владение казахским языком – долг каждого гражданина. Сегодня я привела на конкурс «Государственный язык – символ независимости» трех студентов. Знание государственного языка является долгом каждого гражданина Республики Казахстан. В нашем учебном заведении есть специальные кружки по обучению казахскому языку. Например, есть кружок развития языка, клуб гармонии. Мы работаем в этом направлении. Конкурс организован с целью расширения сферы применения государственного языка, усиления роли казахского языка как языка межэтнического общения, стимулирования граждан, владеющих государственным языком, и популяризации национальных ценностей. Победители образовательного конкурса были награждены дипломами и ценными призами. Асель Айдар, Жулдызай Маратқызы, Елжан Магзумов, телеканал «Семей».